Всем привет, солнечного острова Тенерифе. Сегодня я расскажу о удобрении, которое я использую для своих пеларгоний. Вот для того, чтобы добиться такого результата цветения, я использую удобрение. Я, конечно, уже снимала видео об этом удобрении, но сегодня я хочу рассказать более подробно о составе этого удобрения, что в него входит, чтобы вы могли подыскать более подходящее удобрение, потому что именно это удобрение, оно выпускается в Испании. Я не уверена, что оно есть в Украине или в России продается. Но, по крайней мере, по составу можно подобрать что-то похожее. Ну вот, речь идет о этом удобрении, о котором я уже рассказывала. Есть отдельное видео. Сейчас ссылочку на него вы видите на экране. Вот. Но сейчас я именно расскажу о составе. Составе, который здесь описан на коробочке. И еще, кроме того, я зашла на сайт этой компании, почитала там более подробно. Вот. Ну, состав я вам сейчас перечислю. Вот смотрите, сайт этой компании, я напишу в описании к видео сайт, и вот про это удобрение, очень хорошо здесь описано. У них, кстати, оно стоит дороже, чем в супермаркете. Вот здесь все описано, вот, вплоть до того, когда его использовать. Вот. Ну, в общем, я ссылочку в описании добавлю. Ну, так вкратце. И в описании еще добавлю состав, тот, который сейчас на видео вы видели, напишу в описании. Ну все, на сегодня все так коротенько. Просто добавка к предыдущему видео о этом удобрении.